Всем привет, ребята мои, маленькая аквариумная ферма. Итак, очередной день после работы, уставший, но работать, еще раз работать. Сейчас занимаюсь некоторыми чистками, в общем говоря, сейчас это все дело посмотрим, что я буду рассказывать. Всем приятного просмотра, хорошего дня и вот такого настроения. И немножко уже поработал. Вот часть системы спаял, надо соединить две системы в одну. Сюда вот надо, только кран надо купить, чтобы перекрыть в случае чего. И также допаять вот тут. И, в общем говоря, немножко трубы не хватает 6 метров, чтобы запитать вот этот стеллажик и вот этот стеллажик, чтобы было готово все уже так, как надо. Также вот почистил немножечко нерестовичков, 4 штучки и одну сеточку. И, возможно, сейчас еще что-то буду делать, но не факт, потому что времени в обрез. И по неончикам, ребят, по неончикам. Одна парочка отнерестилась, вот это вот, а остальные молчат. Я сейчас их всех убираю и только оставляю вот эту вот икру. Что-то у меня такие предположения, когда я их саживал всех вместе, и они вот, скорее всего, отнерестились. Сейчас я их убираю к остальным, пускай они набирают икру, и через некоторое время посадим их снова на нерест. Скорее всего, через 6 дней после вот этого крайнего сегодняшнего нереста. А там, я думаю, 2-3 дня роли не сыграет, но не факт. И, конечно же, будем смотреть это все вживую, так сказать, но видео задерживается на 1 день только. Сегодня снимаю, завтра выкладываю, так как надо немножко смонтировать. И солоноводная колбратка, все хорошо, икринка еще барбусом не проклюнулась, я смотрел, но в принципе должна была, но не проклюнулась. Подготовлен нерестовик под огненных, сейчас их туда и забрасываем. И надо посмотреть, как там аулофорус, тот, который заражен. Есть немножко. Сейчас вот убираю вот снова вот этот вот черви плодовой мушки. Но рыбка ее поедает отличным образом. Неончики, личинка. Все хорошо, все прекрасно, отлично, но еще не питается. Но надо забросить инфузории и калавраточки. Я уже успел сюда катушечек забросить, но не знаю, возможно, зарано немножко, потому что личинка еще не плавает. Возможно, зарано, но ничего страшного, ее там много, и также много вот здесь. Эти ребятушки... Даже сам не знаю. Пока пускай сидят, а уже потом на нерест будем высаживать вместе с остальными. Также надо забросить сюда катушек, чтобы подъедали вот этот вот плохой корм. Ну, уже, конечно же, надо в скором времени делать подмены, так как мусора собирается, ого-го, а я все занимаюсь поклейкой вот этого всего, что я нарезал в воскресенье. И клею, но, скорее всего, возможно, до воскресенья это все будет поклеено. И по рыбке той, которую размножали, барбусы огненные, немерено количество. Барбус алый, вот еще не плавает, но в скором, скорее всего, как бы и плавает, но как бы и нет. Вдали вон там он. Тернешечка, я думал, она вся пропала, но есть. Немножко есть, но совсем-совсем мало. Надо будет экспериментировать с метиленом синим, посмотрим, как будет действовать. Так как я наблюдаю вот по алым, не было этих мхов всех вот таких вот. 3 капельки всего-навсего, и мха нету того, что нарастает на икре. Также на суматранских, там тоже нету вот этого мха. Ну, будем смотреть, конечно же. И сейчас вот первым делом занимаюсь высадкой огненных барбусов на нерест. Разобрался с неончиками, и получилась маленькая ошибочка. В двух аквариумах икринки, но здесь совсем мало.
и я немножко выдавил икринку. Скорее всего, нерест начался, а я, как всегда, его прервал. Ну, это просто какое-то невезение. Но будем с этим бороться. Здесь много икры, здесь мало. Ну, посмотрим, вылупится что-то завтра или нет. Все производители вот здесь. Вот сейчас даже свет надо включить, чтобы посмотреть на них. И они питаются очень-очень мало, ребят, так как корм даже улитки не успевают поедать. Вот такие вот у меня производители неона. И сколько у меня пар? 2, 4, 6, 8, 9 пар. Ну, будем смотреть. Не факт, что это все пары, не факт, что будут все нереститься, но будем их разметывать и... Ну, очень понравилось мне это дело. Вот этот самец, я что-то подозреваю, маленький такой, что он нехорош. Есть два таких маленьких самца, но есть чем заменить. Если они не будут справляться, будем их заменять. Самки, по-моему, все хорошо. Вот эти первые так совсем набрали в росте. Даже не знаю, или от нереста, или от чего это все дело. Но... будем смотреть. Также вот барбусня. Барбусня суматранская. И пару малечков тернеции. Суматранцы глошные. Вот аж видать, как они светятся. Зеленым прям таким. Зеленый-зеленый малек. Но есть и смотрю, и такие золотистые попадаются. Но будем смотреть. Макроподики поживают тоже хорошо. Огненных выпускаем на нерест, пускай успешно себе нерестятся. Вот такие вот красавчики. Главное, чтобы самец самку не забил. Они это могут. И, ребят, я вот забыл совсем про своих сомиков. Здесь нету, здесь самца нету. Надо где-то раздобыть самца, даже несколько. Потому что самочки... А, нет, надо просто распределить так, как надо. Но я не успеваю все. Здесь тоже ничего нету, но, скорее всего, в левом отсеке не рестятся. Потому что я заглядывал, и самка с самцом, также вот эти тоже что-то здесь играют себе, видите? Один самец, и вот две самки возле него трутся так, как и должны. И пробежался я по домикам. Этот тоже созывает. Здесь есть малек. И вот здесь есть малек. И это меня радует, так как надо его убирать. Но не знаю куда. Сейчас вот временно установил вот сюда вот нерестовик. И сюда будем забрасывать вот эту вот личиночку. Сейчас занимаюсь этим делом, уборкой личинки. И вот таких вот два выводка анцистросов. Вот такие вот папани. Это вот его малыши. Вот видите, есть черные, есть белые. Здесь только белые. Вот у этого белого папани. Ну и сейчас самцов убираю, а малечек вон в этот вот аквариум. И пускай он там хорошенько себе подживает. Так как есть маленькие наблюдения с гураемычами. Нельзя держать маленьких, потому что они съедают весь корм, и анциструсам ничего не достается. Но будем надеяться, этот малек не посыпется, а то вот здесь посыпался, здесь посыпался. В общем говоря, много, и здесь немножко. Но пару малечков есть хороших, живых, но это не результат. Здесь так 200 штук ушло. Я не наблюдаю ни одного живого сомика. Почему-то, не знаю почему. Скорее всего, недостаточно аэрации, потому что вот этот компрессор не справляется. Это мой косяк, но будем это все дело исправлять. Но занимаемся пересадкой. Червячки покормлены, рыбка сыта, все хорошо. Хотел еще немножко что-то склеить, сеточек, но нету уже времени, надо уже ехать домой. И рыбка на нересты, икринка. В общем говоря, вот так вот, но это приятные хлопоты на развозке. С вами был Александр, всем хорошего дня.
вот такого настроения. Удачи и пока!